Реализация проектов по благоустройству ведется во Владивостоке. В разных районах города, благодаря созданным ТОСам, появляются спортивные и детские площадки, скверы и многое другое. То есть, если мы посмотрим документацию, да, то это все вопросы местного значения. Кроме детских площадок и спортивных, это, конечно, большая часть того, что людям необходимо, но также есть проекты, где устанавливаются камеры видеонаблюдения, да, для безопасности. Есть проекты, которые предусматривают асфальтирование там, каких-то парковочных зон, либо асфальтирование придомовой территории. Поэтому проекты разные. ТОС «Нерчинская-42» второй год подряд участвует в конкурсе и получает денежные гранты на улучшение своего двора. Теперь у жителей есть не только камеры видеонаблюдения, но и благоустроенная площадка рядом с домом. В этом году конкурс выиграл необычный проект с названием «Ты мне улица родная» на Сабанеева, 13, который направлен на патриотическое воспитание, сохранение традиций и воспитание любви к родине. Когда мы облагородили придомовую территорию, сделали дорогу, тротуар, и захотелось, конечно же, большего, уже стать такой аллею, оградить красиво наши клумбы, посеять хорошие ровные газоны. И параллельно с этим, конечно, хотелось бы внести какую-то изюминку в проект. И наша изюминка – это была именно информация о нашей улице, о человеке, в честь которого она названа. И немножечко мы решили популяризировать, да, ТОСовское движение, рассказать о нашем ТОСе. Отметим, для реализации проектов первоначально стоит желание жильцов, затем установление границ территории ТОС и разработка проекта. В этом могут помочь в Центре гражданских инициатив. Напомним, проекты реализуются при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяка и мэрии. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.